Я бы химиком пошел, пусть меня научат. На химическое направление редко попадают случайные люди. Любовь к химии формируется еще в школе. Как правило, это осознанный выбор. И большинство студентов с младших курсов мотивированы не просто учиться, а заниматься наукой, что делает их очень ценными специалистами к моменту выпуска. Милена Ванина и Анастасия Ирошенко – однокурсницы. Студентки второго курса биолого-географического факультета направления химия. Девушек объединяет не только дружба, но и любовь к выбранной профессии. За 2 года обучения они уже успешно проявляют себя на практических работах. Первый нервный стаканчик мы наливаем 40 миллилитров карбоната натрия. Пипеткой отмеряем 5 миллилитров в мерную колбу. Выбор будущей специальности и профессии – важный и ответственный момент в жизни каждого молодого человека. У многих этот выбор осознанный. Химия – та сфера деятельности, в которой Милена Ванина чувствует себя уверенно. И с каждым семестром ощущает себя специалистом все больше и больше. Ведь химия помогает узнать не только много интересного и удивительного, но и приносит пользу во всех смыслах. Я очень люблю химию, и, конечно, мне было бы очень приятно, если бы люди вокруг меня тоже интересовались ей. У меня есть друзья, которые занимаются совершенно различными вещами, и им также в какой-то мере интересна химия. Вот. Мне очень приятно с ними обсуждать какие-то вещи. Я планирую продолжить обучение. Это будет связано с химией непосредственно. Сейчас мы видим, что мир очень стремительно меняется, точнее, все в мире. И Абхазию это тоже не может никак не затронуть. Она не может оставаться безучастной. А развитие это прежде всего это развитие промышленности в нашей стране. И пускай сейчас у нас основной доход – это природные ресурсы, да, за которыми, кстати, тоже нужен мониторинг со стороны химиков. Непосредственно у нас очень мало химиков. Вот. Но и если в дальнейшем промышленность здесь развиться, то было бы неплохо, чтобы были и специалисты наши. Специальность химика очень востребована в современной жизни. Практически во всех медучреждениях, а также на различных производствах. К примеру, виноводочной продукции работают выпускники АГУ. Безусловно, потребность в этих специалистах с каждым годом будет только расти. Возможность работать в различных областях жизнедеятельности человека является еще одной причиной стать химиком. Эта профессия востребована в медицине, в пищевой, парфюмерной промышленностях, в школах, предметно начинают изучать с 8 класса. Мне очень нравился этот предмет, неплохо у меня получалось. Еще учительница у меня была хорошая, она меня мотивировала, честно говоря. И вот я как бы решила попробовать, довольна очень. Я работаю 8 лет. В школах чуть-чуть проблематично с реактивами, конечно. А детей, чтобы заинтересовать, именно нужно проводить опыты, сказать, что мы не проводим. Нет, мы проводим, вот просто не так часто, как хотелось бы. Опять-таки проблема с реактивами. Химическая специальность – это практически гарантированное трудоустройство. Однако среди абитуриентов данное направление практически не пользуется спросом. На сегодняшний день в АГУ по направлению химия обучение проходит всего лишь 7 студентов. Очень мало поступает на эту специальность. Я думаю, в связи с тем, что дети, наверное, не видят свою перспективу в будущем, так как считают, что преподавателями химии они не очень хотели бы работать, но как бы дети не понимают, что участие на этой специальности они могут быть не только преподавателями химии, но и могут также работать химиками-лаборантами в различных лабораториях, например, в лаборатории пивзавода, винзавода. Также я думаю, что в ближайшее время тоже у нас будут какие-то заводы, где нужны будут химики-лаборанты. И наш университет готовит таких специалистов, и мы имеем большую надежду, что выпускники школ в этом году придут к нам. Мы будем очень рады их ждать. В АГУ химики проходят как теоретическое, так и практическое обучение.
Возможно, многие родители и многие дети не знают, что есть такое направление химия, или же они боятся этого слова, этой специальности, что это такая сложная наука. Но, как показывает опыт, те дети, которые к нам приходят, они с удовольствием учатся, и у них потом, ну, на выходе получаются хорошие специалисты. Молодые люди должны понимать, что наряду с гуманитарными надо развивать и точные науки, без которых невозможно представить дальнейшее развитие республики. Именно поэтому профессия химика не утратит своей востребованности. Так что диплом химика открывает дорогу практически в любую сферу человеческой деятельности. Главное, чтобы было желание работать и творить. Шазина Ханагуа, Раму Камкия, Абхазское телевидение.